Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым випуску. Національная библиотека потерпела за наступство стихии у Гомеля. Говорка про макет, який пошкодила поваленное древо. И четверка может стать первой. Телеканал «Беларусь-4» – переможца регионального конкурса СМИ. От идеи до эффективного сотрудничества. Сегодня у Гомеля отбылась биржа деловых контактов. А зараз об этом и іншим больше подробязно. У Гомельской области ликвидуют наступствы стихии. Напередодні при регионе прошлися моцные вятры. Порывы досягали 20 метров за секунду. У вынику были обесточены 22 населенные пункты. На данный момент энергозабеспечение одновлено. У Гомеля стихия валила древы. У сквера имя Громыки одно из них пошкодило копию Национальной библиотеки Беларуси. За минулые сутки на дорогах региона отбылось 2 ДТЗ со смертным исходом. Обедве аварии зафиксованы у Калинковицким районе. Коли 8 раницы водитель Volkswagen на автодорозе Калинкович и Брагин-Комарын сутыкнулся с квадроциклом. То съехал у кювет и перевернулся. У вынику здарыня 79-годовый водитель квадроциклу загинул. Другое ДТЗ отбылось коля вёски Горочище коля 6 годин вечера. На закругленном участку дороги автомобиль «Урал» съехал у кювет и урезался у древа. 39-годовый водитель грузовика загинул на месте здарыня. Протягиваем выпуск. Сегодня Гомель принимает удельников конгрессного мероприемства биржи деловых контактов. Его главная мета – дать возможность распрацовщикам науково-технической продукции и инвесторам встретиться и наладить сотрудничество. Практика проведения таких встреч існує с 2015 года. И каждое мероприемство – это еще один крок на шляху инновационного развития региона и коммерциализации науковых идей. До прикладу, на передопошней встрече было заключено 14 договоров об сотрудничестве и протоколов об намерах. И на этот раз так само чекается подписание шерогу документов. Оценить распрацовки науковцев потенциальные инвесторы могли на свои очи. До початку пленарного посяджения отбылась стендовая экспонатная выстава. Свои идеи тут представили распрацовщики Гомеля, Минска, Бреста, Могилева, Пинска, Витебска и інших городов Украины. Естественно, я все время, сколько я бываю на биржах, все время есть какие-то представители из Гомеля. Вот же вот и рука реабилитационная тоже. То есть люди талантливые, и в дальнейшем они могут где-то себя найти и рисовать какие-то новые идеи, новые проекты уже на предприятиях дальше. Телеканал «Беларусь-4» признаны лепшим электронным сродком массовой информации Гомельской области. В Жлобинском районе подвели выники регионального споборництва сярод журналистов и редакций. Подробязности расскажет Настасья Кучинская. Ушанование лепших журналистов региона проходит штогод. Местом подведения выника у сёлета обрали сядибу Козел-Паклеевских у Червоном березе. Один из самых молодых и важных туристичных объектов Гомельщины. У зале лепшие региональные журналисты. Именно их вашима мы бачим все основные подеи, которые отбываются в Гомельской области. И это той выпадок, когда они не просто светки, а головные удельники подеи. Сёлета на областный конкурс «Сярод СМИ» было подадено больше, как 40 заявок. Пераможцев назвали у 5 номинациях. Лепшей редакцией газеты признали «Калинковицкие новины». Лепшей организацией телебашения и радио стал телеканал «Беларусь-4 Гомель». Я хочу сказать большое спасибо организаторам за высокую оценку нашего труда и отдельное спасибо за то, что церемонию награждения они решили провести в таком замечательном месте. Я помню еще лет 15-17 назад, когда здесь только начиналась реставрация, когда только начинались работы по строительству памятника, который расположен рядом, были проблемы с финансированием данного объекта. И тогда во многих газетах, в областных, в республиканских, был размещен ряд публикаций о том, насколько нужен этот памятник и насколько важно найти эти деньги. Также подключились и журналисты, и радио, и телевидение. Сярод журналистов узнагороды отрымали наш коллега, специальный корреспондент информационной службы телеканала «Беларусь-4» Олег Сентюров и редактор отдела культуры газеты «Гомельские ведомости» Дмитрий Чарняуский. Лепшим фотокорреспондентом стала Ганна Пашенко, так само с «Гомельских ведомостей». Всю эту першиню отзначили редакции, которые наиболее активно работают в интернете. Тут безумный лидер – «Гомельская правда». Ее информационный портал – один из самых популярных в регионе, а количество подписчиков в социальных сетках вымирается десятками тысяч. То количество подписчиков, которое сегодня у нас и ВКонтакте, почти 26 тысяч и в других социальных сетях. Конечно, это, на наш взгляд, это еще немного. Мы хотели бы больше. Я думаю, так и будет. Главное, мне кажется, вот
оперативно работать, с душой работать и профессионально. За час існування конкурсу обласних СМІ його переможцями стали амаль 90 журналістів і фотокореспондентів, а так само 40 колективів друкованих і електронних СМІ. Гомельская область была первой в республике, которая организовала конкурс средств массовой информации. И мы этим гордимся. Совершенно замечательно, когда самые лучшие журналисты, а плохих не бывает, получают награды и понимают, что их информация нужна сегодня, здесь и сейчас. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобинского района. У Гомельской области нема дефіциту у земельных участках для приватной забудовы. Зараз у регионе на больше 7 тысяч свободных участков претендуют прикладно 2 тысячи человек, которые имеют потребу в поляпшении жилевых умов. Как поведомил начальник землеупорядкувальной службы Гомельского облвыканкама Александр Матарас, наибольшая колькость жадающих побудовать уласный дом у буйных городах. Например, у Гомеля больше 300 человек. И на данный момент каждому зроблена пропанова. Отримать информацию про свободные земельные участки у каждом районе и областном центре вельми просто. И она представлена на сайте землеупорядкувальной службы. Существует сайт землеустроительной службы облисполкома, который интегрирован с сайтами районных исполнительных комитетов. И на этих сайтах можно получить полную информацию о всех земельных участках. Кроме того, непосредственно в исполкомах. Начиная от сельского исполнительного комитета, если есть желание получить земельный участок в сельском населенном пункте, ну, заканчивая городским исполнительным комитетом, если это в городе Гомеле. Отримать участок для индивидуальной забудовы можно и про аукционы. У минулом ходе таким чином новых господаров набыли больше 200 будущих домовладаний. У Гомельском районе отбылась церемония закрытия областного взлета юных вырятовальников пожарных. Боротьба за призовые места была напаленной. Кто стал лепшим, ведая Ганна Ковалева. Межведомостный профильный лагерь по основах безопасности жизнедеятельности все лето у 19 раз собрал юных вырятовальников пожарных зусю в области. Однако, перш чем трапить сюда, яны прошли отборочные туры. Показали свои веды и умения дейничать у надзвычайных ситуациях. Региональные этапы охопили каля 4 тысяч школьников. До финала дошли только 100 мацнейших. Им и довелось прожить у профильном лагере 9 дней, наполненных творчими, интеллектуальными и спортивными баталиями. Этот проект каштовный не только профилактичной работой с молодью, але и профориентационной. Бывшие учащиеся и профильных классов, и те, которые принимали участие в слете, уже на сегодняшний день учатся на 3-4 курс в нашем университете гражданской защиты. Некоторые благодаря этой профориентационной работе они остановились на этой профессии благородной, выбрали и в настоящее время проходит службу в рядах пожарных спасателей Гомельской области. Я испытываю гордость, наверное, что достойная смена растет действующим спасателям пожарных. И мы будем и дальше продолжать эти традиции. Школьников чакали серьезное выпробование. Например, 100-метровка, подчас якую треба было переодольвать перешкоды, мгненно рыхтовать пожарную технику и навод тушить полымя. А кроме боевого разгортывания, экзамен по основах безопасности жизнедеятельности, до врачебной допомозе, строевой подрыхтовцы и усталюются туристичные палатки. У вынику из 10 команд переможцей стала сборная Гомельской школы номер 9. Яна утрымливая за собой звание лидера уже 5-й год запар. После каждого конкурса знаем результаты и считаем баллы. И, в принципе, уже к концу понимали, что у нас первое место. И так как я 5 лет езжу, мне уже как-то более привычнее, но видеть радость на лицах совсем юных членов команды – это невероятное ощущение. Знания, привлеченные в этих конкурсах, очень сильно помогут нам в будущем, так как, как говорится, тот, кто предупрежден, тот вооружен. Усе грамоты и подарунки отрыманы, але расслабляться рано. Напереди у пераможцев апошний республиканский этап. Ён отбудется у верасня этого года у Национальном дитячем адукацыйна-оздараўленчым центре Зубраня. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у прямом эфире программы «Добрый вечер, Гомель» говорка пойдет про рыбалку. Для одних это способ бавления часу от подшинок, для других – споборництва, а для кого-то – здобыток. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20:40 хвилин на телеканале «Беларусь-4». Гэты іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Михаил Садоўскі. We'll be right back.